Всем привет! Сегодня я решил прогуляться по Боткинской, потому что практически неделю дома сидел и уже прям крыша едет. В городе сейчас жара, солнечно, здесь пасмурно и даже, так скажем, свежо, поэтому я иду во флисовой пайке и в рубашке. Уже листва распустилась, ясенец пробивается, скоро зацветет. Красота, свежий воздух. И сегодня я буду идти по Боткинской и искать окаменелость. Оставайтесь на канале. Вот то, что я говорил, ясенец или купина неопалимая, да? Листва уже вылезла, бутончики только наливаются, и скоро она зацветет. Это тот цветок, который не нужно рвать, нюхать, он обжигается. Облака провисают прямо над тропой. Но это очень даже хорошо. Нет такого жаркого зноя. И будет очень хорошо работать на тропе. Вот так возле Учэнсу очень много фиалок лесных. Море греется, и так облака низкооблачно затягивают Боткинскую тропу, а в городе сейчас солнечно и даже очень жарко, а здесь довольно-таки уже прохладно. И вот я ползу, можно сказать, по средней Боткинской. То есть надо мной метров 15-20 находится сама Боткинская тропа. А я иду прям под ней и ищу окаменелость на этих ступенях. А вон там проходит Боткинская тропа. Вон, видите, человек ходит. Экстремальные здесь места, поэтому не советую повторять за мной. Обычно всеми любимый участок тропы. Здесь одно время не было перил, был обвал, и перила улетели туда вниз. Но я там ниже тоже лазил,
под Боткинской тропой. Боткинская осталась там наверху, а я вот лазю под тропой. Так что вот, кто хочет со мной прогуляться, наверное, надо вам пройти курс молодого козла, и тогда вы со мной сможете как-то пройтись. Потому что я уже давно не гуляю по тропам, а хожу по бездорожью. Одиночный коралл, довольно-таки крупный. Заберем. А вот в стороне от человеческих глаз растут лесные пионы. Прямо на Ставрикае растут дикие тюльпаны. Это такая редкость, и мне повезло их увидеть. Прошли туристы, нарвали букеты пионов. Я говорю, зачем же вы их рвете, краснокнижные растения? Там, вон, еще тюльпаны росли, чего вы их не нарвали? Ох, люди, странные, наверное. Убитый малёха, нам еще пойдет. О, вот еще брахиопода. Ну что, особо ничего такого толкового я не нашел на Ставрикае. Нашел два побитых ежа, осколки кораллов. Ну, такой вот улов. Ну ничего, зато я прогулялся и нафотографировал очень много цветов различных. Особенно мне понравились тюльпаны лесные. Туман развеялся, и открылся вид на город. Папоротник распускается. Ну вот я, собственно, уже спускаюсь к поляне сказок. Сегодня мы прошлись по Боткинской тропе, даже по такому бездорожью. Сразу еще раз повторю, что за мной повторять не нужно, потому что очень рискованно для жизни. Вот. Замечательно прогулялся, нафотографировал очень много чего. И оставайтесь на канале. До следующей встречи. Пока-пока.